писать поднос. Ну зачем это она сейчас дошу вам? Ваша фамилия, имя, отчество. Ираклий меня зовут. Фамилия Данилия. Отчество. Киевич. Дата вашего рождения. 83-го. Число месяц. Юлия, вот это, подсадил. Где вы родились? В Сухуми. Ираклий, я вам разъясняю, что Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 октября 2016 года принято решение о нежелательности пребывания, проживания вас в Российской Федерации. И по отбытию срока заключения под стражей до 01 июня 2019 года вам надлежит покинуть пределы России. В случае вашего добровольного непокидания территории Российской Федерации вы будете принудительно депортированы. Вам это понятно? Понятно.